Каждый, позвонивший по специальному номеру 8 861 212 46 49, в этот день сможет проконсультироваться по различным вопросам, касающимся профилактики правонарушений в подростковой среде, обеспечения правового просвещения несовершеннолетних с представителями различных подразделений органов внутренних дел, инспекторами по делам несовершеннолетних, юрисконсультами, а также психологами. 17 мая 2014 года в территориальных органах МВД России на региональном уровне стартует общероссийская акция «Полиция на страже детства», приуроченная к Международному дню детского телефона доверия. Цель данной акции – способствовать профилактике семейного неблагополучия, оказать помощь и поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если вам стали известны случаи жестокого обращения с несовершеннолетними, если рядом с вами совершаются факты насилия в отношении ребенка, вы можете сообщить об этом по телефону доверия 8 861 212 46 49. Вас внимательно выслушают и обязательно окажут квалифицированную помощь. Также могу сказать, что в Лабинском районе действует телефон экстренной психологической помощи 3-11-23, по которому дети могут всегда обратиться к специалистам и получить квалифицированную помощь.